Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Если не подписались, то обязательно подпишитесь, лайк, ну естественно комментарий. Также не забывайте, что есть телеграм-каналы, SV-приложение, одно из телеграм-каналов SV-новости и чат SV тоже есть. Вот он, здесь можете задать ответ, вернее задать вопрос, ха-ха-ха, и получить ответ. Быстренько, оперативненько, ну, если в вашем часовом поясе там кто-то будет присутствовать. Ну, а мы, дорогие друзья, о видео, которое я показывал вчера или когда, или позавчера, да, вот о такой прекрасненьком дополнительном меню, которое у нас может быть на ваших часиках Galaxy Watch 4, 5, 6, ну, и других часах на Wear OS. Вот так оно прекрасно работает, выводит те приложения, которые нам нужны с вами. Его можно сделать, как я уже показывал вам сейчас, что тряхануло, оно вылезло, либо просто вот свайпиком слева, справа налево тоже выводит. И также вот здесь нажали, и оно уходит. Или так уходит, неважно. Вот такое вот отличнейшее приложение. Установить его вы сможете, скачать с магазина Wear Store, либо SV Hub. Там можете приобрести, если хотите поддержать канал SV. Либо скачать самостоятельно с приложения SV и установить еще, конечно же, все самостоятельно. Теперь переходим, дорогие друзья, к тому, как задать программу, чтобы она работала. Потому что изначально, если вы поставите, она не будет работать. Поясню, почему. Так, ребятушки, я ее удалил и установил заново, чтобы вам показать, как это все будет работать. Если вы не дадите особенное разрешение, то эта программка не будет запускаться. Смотрите, видите, показывает, что нужно дать разрешение, чтобы оно было поверх всех окон. Иначе оно вот так будет у вас висеть и бесполезно, просто не загрузится и работать не будет. Для этого мы с вами, чтобы дать разрешение, воспользуемся программкой Bootjagger. Это можно же сделать также на ADB Control с компьютера, что вы увидите дальше. Я сделаю специальненький отрывочек, а сначала мы сделаем это на Bootjagger. Значит, что мы здесь? Все, мы включили с вами на часах Wi-Fi. У нас уже включен режим разработчика, параметр разработчика. Как, если вы это не знаете делать, то вам придется этому научиться, потому что иначе это приложение даже не установить. Потом мы с вами включаем беспроводную отладочку. Здесь, так как я еще ни разу не подсоединялся к этому смартфону, с помощью этого смартфона к этим часам делаю новое подключение. Нажимаю плюсик на Bootjagger, вот этот вот плюсик, чтобы видели его. Опс, нажал на плюсик, ну, нажимайся, да. Далее выбираю Pair, здесь я ввожу у нас, какой вот у меня 0.9. Он уже нашел его сам, слава богу. Дальше он нашел также у нас, как видите, вот последний порт, последние 5 цифр. И теперь мне надо ввести только код, чтобы подцепиться к этим часам. 94-81-78. Готово, это я сюда нажимаю Pair. У нас уже установлено все. Теперь осталось мне только, так скажем, ввести опять данные здесь. 09, раз, здесь ввести 46559, порт 46559, и теперь нажимаю connect. Все, вот здесь значочек всплыл, и говорит о том, что наши часики подцепились. Но это вы уже знаете, если у вас это приложение уже стоит. Другим способом вы его на эти часики не установите. Все, мы с вами все установили. Теперь нам нужно перейти первую вкладочку, вот она, первая вкладочка, нажать вот здесь, видите, нажать вот на этот значочек с двумя в разные стороны значками. Теперь специальная будет команда у меня прописана, вы сможете эту команду скопировать просто и вставить. Вот она, готова эта команда, ее просто копируете. Вставляете ее сюда, вставляем сюда эту команду и нажимаем на вот эту вот стрелочку. Windows, все, у нас команда прошла. Что мы дальше делаем? Вот теперь открываем мы с вами, так как мы дали разрешение, наше окошечко.
Все, и вот теперь оно у нас загружается и прекрасно работает. Оно активировано у нас уже все. Без проблем все у вас будет работать. Здесь установить полную версию нам это не надо, как видите, у нас уже все есть. Дальше темки, как я вам до этого показывал, здесь особо их нет. Вот установлено, здесь, кстати, по-моему, другая будет темка установлена, ну не суть. Потом мы с вами выберем сторону левая-правая, в моем случае это правая. Дальше мы с вами выбираем вид значка. Даем разрешение здесь обязательно, вид значочек, видите, вот здесь можно увеличить, уменьшить иконочки. Потом количество задать, скрыть ярлыки, другими словами, название будет скрываться значков самих, просто одни значки. Дальше здесь можно же сделать шрифт значочков, пожалуйста, аккуратненько, только иначе срабатывает. Потом одной стороной, чтобы они были в одну строчку, имеется в виду название иконочек. Длительность анимации здесь, затемнение фона, можно сделать его очень темным, либо наоборот очень светлым. Ну, здесь мы с вами сделали, потом триггер, это вот как раз таки вот об этом триггере вот идет речь, видите. Его можно сделать любым видом, иконкой, вот такой, да, либо вот такой полоской, как хотите. Потом запускать обязательно при нажатии, дальше выбор жестов. Здесь разберетесь, я думаю. Дальше середина колесика. Потом подвижный. Все, поехали отсюда. Дальше копирование у нас не работает. Спрятать приложение не работает. Дополнительный. Здесь мы с вами что делаем? Скрывать в ландшафтном режиме не надо. Включить кеширование, открыть стряской. И, как я вам говорил, убираем эту стрясочку. Ставим на минимум. И тогда у нас при любом чуть-чуть нажатии вот так раз будет срабатывать. Все, чтобы добавить какие-то приложения, нажали на плюсик, приложения, и поехали по порядочку все их добавлять, которые вам нужны. Вот так, вот таким вот образом. Здесь делается команду дать. Дальше, вот когда вы все сделали команду, просто зашли. Я, короче, вообще отключаю просто Wi-Fi и все. Ничего не делаю больше, Wi-Fi отключил, готово. Ну, дальше смотрите, как это сделать в ADB App Control, дать это разрешение. Как уже подсоединяться, видите, я уже подсоединил свои часики к ADB App Control. Как это делать, я вам показывать буду. Дальше идем в сторонние. Выбираем, значит, нашу программку, вот она. Потом правую кнопку мыши набираем, выделив приложение и разрешение. Из всех разрешений, которые там нужны, нам нужно только одно, которое я сейчас вам покажу. Вот это вот. Берем его, ставим галочку и нажимаем «Дать разрешение». Все, в принципе. Если вы вообще не знаете, как работать с данной программой, то смотрите все в посте, там будут все ссылочки, которые, в принципе, нужны. Вам же, дорогие друзья, напоминаю, что вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. Телеграм не забывайте. Пока!